покупаем колясочку легенькую, потому что много ходить, и мы устаем. Так будем иногда катать. Удобно тебе? Будешь ты катать, да. Удобненько, моя хорошая. Да. Ну вот тебя. Вот, отлично, все. Мы вчера пока ходили, она устала очень, но не капризничала. Ножки ставь на эту перекладинку, чтобы не болтались. Сейчас уснет еще. Все уже, хорошо. Окей, скажи мерси, месье. Скажи, поблагодари. Мерси. Мерси. Ну да, скажи на иврите. Да-да. Она еще не умеет, подожди, нужно немножко научиться. Да-да. Пошли, поехали. Удобно тебе в колясочке? Смотри, какие булочки всякие. Это местная булочная. Здесь очень вкусные всякие вот такие. Ну, зайти можно посмотреть? Или нет? Заходи, может, даже что-то купить. Я посмотрю. Вот такие вкусненькие с сыром. Смотри. Эти с маком вообще. Вот круассанчики, как у нас немножко другие. С семечками. Мы как-нибудь... Джустин, как-нибудь челлендж сделаем с такими булочками. Чего? Ой, вот эти вкусные. Они все вкусные. Но уже мало, уже ближе к вечеру. Какая-то торговая улица. Адар, да? Это Адар. Улица вот Герцеля. Герцеля? Ну, Герцель. Герцель. Понятно, как же оплачивает. Здесь пижамы, вот здесь галтера, это такой же магазин, но только здесь купальник. Ноги поставь на эту самую. Как? Закрытый или открытый? Да лучше открытый, пусть ребенок загорает. Какой-нибудь толстый, открытый. Я вон, смотри, тут розовенький. Ну... Сиди, что ты хочешь? Большой. Подожди, с Барби, с Hello Kitty. Только никуда не бегать, стой здесь рядом с мамой. Алис, ты хочешь с Дорой купальник себе? Смотри, Алис. Да. Да. Духа. Тебе нравится Духа? Духа. Ну, давай Духа купим. Ну, вроде удобно. На 4 года. Это все на 4? Надо, да. Это на 6, подожди. Это на 6. Ладно. Алис, вот это из, вот этот с Дорой я тебе покупаю, слышишь? Алис, вот это. Алис. Ну, точно не будет ей большой. Не должен быть, она не должно быть. Ну, вот какая-то лавочка с игрушками по дороге. Смотри, Бебе будет ползать, смотри-ка. Его заводишь, и он будет ползать. Смотри. О, ползает, Алис, ты видишь? Мама, а мне... Тюп-тюп-тюп-тюп. А ну не надо чего-то, чтобы папа А ну-ка, и бегай, и бегай. А ну-ка, мама, не бегай в памперсе, в шапочке. Помала, помала. Да, ну, мне не хорошенький. А Бебе? И черепашка тоже, да? Черепашка, ну-ка. Она тоже, ой, как здорово ездит, да? Хорошая. Не-не, это подожди-ка, Алис. Это, по-моему, даже с батарейками, и она должна какую-то музыку. А, Алис, это смотри, это телефон. Смотри, Алис. Туда нужно ставить батарейку. Батарейки нету, кажется, и он будет работать. Так он не работает. А вот шарик, он пищит. Алло. Я это телефон. И это мой телефон. Ну давай, звони мне. Алло. Дзинь. Алло. Как дела? Все сова. Все хорошо, все сова. Все сова. Хорошо. Жилетики. Мы с собой летние ничего не брали, чтобы не набивать чемоданы. И у нас уже ничего и не осталось. Она выросла. Приходится все заново покупать. Дощечки такие красивые. Смотри, какие Анна и Эльза.
дощечка, чтобы плавать, да? Вот, а вот маленькая есть, смотри, Алис, вон маленькая есть, за нее держаться. Жалко, что мы нашли. Жалко, что мы не нашли вход. Покажи, какие ты очки себе купила. Алис, приди сюда. Покажись-ка. Ой, ты какая красавица. Ну куда побежала? Эй! Эй, хамти-дамти, ты сейчас свалишься, как шалтай-болтай. Хамти-дамти сидел на трубе. Надень очки. Я хочу посмотреть, какая ты красавица. О, ну вот. Стрекоза. Смотри, какое вкусненькое. Холодное, потихоньку. Можно я попробую, что это за пассифлора такая? Пассифлора. Пассифлора. Да. Вкусно? Держи двумя руками, а то завалишь. Вот. А у нас есть кафе. Майку еще не купили. И пойдем на детскую площадку сейчас, Алис. Как это называется, поезд этот? А? Ну да, когда мы шли. Поезд как называется? Подожди. Кармелит. Кармелит? Это не поезд, это такое. Это... как же он забыла по-русски такое есть слово? Эко. Не катамаран, а как-то еще. В общем, это такой паровозик, который ездит только вверх или вниз, называется кармелит. Мы сейчас на нем поедем. Смотри, мы будем подниматься сейчас. Это фуникулёр, я вспомнила как-то по-русски. Ну, смотри, это приедет только фуникулёр на открытом просто. Ну, почти фуникулёр, да. Мы же ездили. Смотри, как мы с тобой, ты чё? Да, он едет вверх. Не бойся, что ура, ура, смотри, как он едет. Быстро-быстро. Наверх едет. Мы пришли в парк. Тут уже мороженое. И побежала. Собачки, не бойся, беги, они тебя не трогают. Ты видишь, она себе подружку сделает. Мужик. Почему мы здесь это продумали? Бежит и машет всем, смотри. Ну вы что, здесь с детьми гуляют? Ух ты, мужик. Ну, наконец-то. Вот горка, поехали. Подожди. Ну-ка, давай. Опа, ножки ровно делай. Там еще труба есть, давай-ка. Подожди там, малыш. Давай, полезай, Ника, все, иди. Давай, езжай. Опа. Нет, не надо. Жалко, что не ту паутина. Кто быстрее? Одновременно, молодцы. Нашла свое счастье. Пойди. Вот классная закрученная горочка. Давай-ка. Опа. Ку-ку. Держись за цепочку. Держись за цепочку, Алис. За цепочку держись, тебе будет легче. И с этой горочки.
Опа! А что ты пищишь все время, Алис? Давай, съезжай. 303-й тур. Не надо, чтобы она носила за ней, потому что тогда точно. Она возбуждена, она сейчас чуть-чуть тебе разобьет. И вот так уже 2 часа. Люда, я не помню. Полезай. А вот смотри, буковки, Алис. Это буковки. Пришли кушать национальную еду. Какие-то соленые всякие штуки. Вкусненькие. Это очень вкусно. Очень вкусно, да. Это такие биты пустые. И сейчас еще принесут хумус. Пробуйте. Хумус это, я не знаю, есть ли он еще, кроме как в Израиле, национальное блюдо. Но это Алис. Очень громко, зайчик. Не нужно. Вот. Это такая какая-то забегаловка местная, национальная, на Мерказ Кармель. Вот это хумус. Это такое местное, национальное. Я даже не знаю, на что оно похоже. У нас такое продается в баночках, но это другое. Ты когда улетаешь в Москву? Вот с этими питами его есть. Смотри, Алис, давай кушать. Попробуй. Пробуй. Пробуй и загадывай желание. Это очень вкусненько. Это хумус называется. Ну-ка попробуй, это вкусно. Вместе с хумусом.